В ночь с 18 на 19 января православные ульяновцы традиционно отметят праздник крещения. Десятки тысяч жителей посетят источники, чтобы искупаться в проруби. Перед этим необходимо подготовить купальни и проруби к приему гостей, а самое главное – измерить толщину льда. По последним замерам сотрудников управления гражданской защиты, толщина льда на Волге в районе поселка Рыбацкий составляет 30 сантиметров, на Свияге – 25-27 сантиметров. В течение двух дней во всех местах купания будут расчищены площадки, установлены биотуалеты, освещение и палатки для переодевания. На Свияге в районе улицы Шолмова, к примеру, уже подготовили прорубь. Все купели будут оборудованы коробами безопасности, удобными сходнями. Также будут в каждом месте развернуты палатки. Палатки будут оснащены обогревом, светом, для того, чтобы людям было комфортно переодеться. А также при необходимости поменять свою одежду. Кроме Нового города и Засвияжья, омовение можно будет совершить на Свияге возле автомеханического техникума и главного корпуса УЛГУ, на Волге в районе парка 40-летия ВЛКСМ, на прудах поселков Белый Ключ и Плодовый и в купелях сел Арское и Погребы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.